Студия «Коралл» представляет. Караймо Торрес, Эдуардо Сорано, Каридад Канелон в телевизионном многосерийном фильме «В поисках истины». Автор сценария — Хосе Игнасио Кабрухос. В фильме также снималась Америка Алонсо. Войдите. Комиссар, вас спрашивают. Кто? Сеньора Кентана. Руджеро. Карло Руджеро, если быть точнее. Недавно я навсегда простилась с фамилией Кентана. И чем вызван этот визит? Хорошо, Педрос. Мы пришли к вам, потому что уезжаем из страны. И она настояла на встрече с вами. Какое отношение имею к этому я? Я лишь могу пожелать вам счастливого пути. Что еще? Не торопитесь, комиссар. Я попросила Луиса Энрике привести меня сюда, потому что у меня для вас кое-что есть. Да? И что же? Вы уже давно ждете этого. И я уверена, вы будете благодарить меня всю жизнь. Я поклялся, что не переступлю порог этой комнаты, пока ты будешь здесь. И я это сделаю. Как хочешь. Какого черта тебе нужно? Мои права. Кто у тебя отнимает твои права? Скотина. Ты совершаешь преступление, оскверняя мой дом. Который ты, кстати, должен делить со мной, потому что я твоя жена. И не эту комнатенку, а дом, который принадлежит мне. О чем ты говоришь, змея? Это дом сеньоры Амалии. Ни ты, ни кто другой не отнимете его у нее. Что? Ты продал дом сеньоре Амалии? Она купила этот дом? Нет, но пока она платит за этот дом, он ее. И послушай меня внимательно. Я тебе не позволю оскорблять ее даже в мыслях. Ты позоришь меня перед всеми. Увиваешься вокруг этой женщины. Это я опозорился с тех пор, как женился на тебе. Я покрыл себя позором, женившись на колдунье. А чего ты хочешь, чтобы я подалась в модели? Мне нужно было зарабатывать на хлеб. Это единственное, что я умею делать. А ты меня бросил, Буэнавентура. Я освободился от тебя. И больше не собираюсь. Не собираюсь спорить. Даю тебе 24 часа, чтобы ты освободила мою комнату. Если не уйдешь, я вышвырну тебя отсюда, поняла? Бездарный адвокатишка. Кто там? Это я, Диего. Ты будешь меняться? Цвет глаз и родинку ты уже изменила. Больше ничего не сможешь изменить, верно? Скажи мне. Могу изменить имя, дорогой? Имя? Почему? Тебе не нравится имя Виктория? Не нравится. Оно красивое. Мне нравится. Да, но оно не мое. Нет? Как это? Иди сюда. Дорогой, я знаю, это очень трудно объяснить. Я никогда не хотела причинять тебе боли, страдания. Диего, ты самое святое, самое важное в моей жизни. И как твое имя? Кто это? Не знаем. Хотя, дай посмотреть. Думаю, это не моя мама, но...
Похоже на маму. Это твоя мама. Но это... ты. Да, дорогой. Я твоя мама. Что бы произошло, если бы вдруг появилась Даниэла, или кто-то вам сказал, что она в таком-то месте? Вы уже давно ждали этого. Я уверена, вы будете благодарить меня до конца жизни. Педроса. Виктория? Нет. Нет, дорогой. Меня зовут Даниэла. Мама? Мама? Да, дорогой. Я Даниэла. Твоя мама. Мама. Мама! Мама. Диего, жизнь моя, любовь моя. Значит, это была ты. Всегда была ты. Прости меня. Прости, что не сказала тебе раньше, дорогой. Ты же знаешь, я была в тюрьме. Я ходил туда с Маркосом. Я сбежала оттуда, потому что хотела быть рядом с тобой. Но я не могла сказать. Не могла, понимаешь? Виктория? Нет. Никогда. Больше никакой Виктории. Я Даниэла, твоя мама. Мама. Диего, я хочу, чтобы ты знал. Я не сделала ничего плохого. Не важно, что говорят другие. Это ложь. Я ни в чем не виновата. Значит, тебе больше незачем прятаться. Значит, все должны узнать, кто ты. Да, я больше не хочу прятаться. Мама. Мама. Мама, папа тоже должен узнать об этом. Идем. Нет, нет, дорогой, нет. Идем. Папа, папа. Диего, иди сюда, иди сюда. Прошу тебя, не нужно. Папа должен знать, он тебя любит. Диего, дорогой. Диего, ты звал меня? Папа, она... Посмотри на нее. Это она. Да, Диего. Она твоя мама. Буэнавентура. Проходите, открыто. Вы с ума сошли. Как я туда заберусь? Я пошутил. Пошутил, сеньора Амалия. Мне не до шуток. Возьмите горячий кофе с молоком. Большое спасибо. Почему такая грустная? Если бы не эти погасшие глаза, вы были бы безупречной женщиной. Безупречен Бог Буэнавентура. Он знает, что делает. У него есть блокнот, куда он все записывает. Амалия, сядьте. Сядьте. И посмотрите мое новое жилье. Амалия, что с вами? Даниэла? Даниэла. А что на этот раз?
Наверное, Бог знает, что делает. Вы посмотрите. Только переживать. И вот, пожалуйста, Даниэла вошла в жизнь Кентана, желая отыграться, ударить побольнее, отомстить ему. И видите, Бог приложил свою руку. Диего рядом с отцом, а отец рядом с матерью. Никогда нельзя говорить: «Я не буду пить из этого источника». Никто не знает, как повернется жизнь. Да, Буэнавентура. И это так. И вот я подумала, а что если они, Хосе Игнасио и моя девочка, что если где-то записано, что они созданы друг для друга? Я считаю, бесполезно бороться с судьбой. Разве не так? Говорят, что судьба одна, и ее нельзя изменить. Если можно было бы, жизнь была бы прекрасной. Или вовсе не была бы жизнью. Был бы земной рай. Кто знает, Буэнавентура? Посмотрите, Амалия. В чем дело? Там настоящий рай. Я знаю, вы любите друг друга. Я видел, как вы целовались. Правда любите? Да. Да, Диего, я люблю твою маму. Я хочу жениться на ней. Видишь, мама, папа тебя любит. Теперь мы все вместе. И больше никогда не расстанемся. Это не в моих руках, сынок. А в руках мамы. Но мама нас любит. Иначе она не была бы с нами. Да, я думаю, она нас любит, сынок. Я буду самым счастливым ребенком на свете, когда ты выйдешь замуж за папу, мама. Я люблю тебя. Сеньор Кентано, почему вас пригласили для дачи показаний? Это знает только судья, позвольте. Отойдите, сеньоры, пока никаких заявлений. Расскажите о ваших отношениях с Даниэлой Мартинес. Правда ли, что Даниэла Мартинес невиновна? Я не судья, а предприниматель. Виновна она или невиновна, знает только судья. Ваш сын с Даниэлой Мартинес живет сейчас с вами? Какое тебе дело до моего сына? Какого черта ты цепляешься к моему сыну? Не упоминай моего сына! Диего, давай чуть помедленнее. Нет, Ама, тебя ждет большой сюрприз. Идем. Боже мой, ты так возбужден? Сядь. Хоть бы это был хороший сюрприз. Закрой глаза. Еще и глаза закрыть? Ну же, Ама, давай. Обещаю, тебе понравится мой сюрприз. Ладно, я закрою глаза. Не подсматривай. Откроешь, когда я скажу. Хорошо. Можешь открыть глаза. Моя мама. Сейчас должен прийти судья, сеньор Кентано. Мне нужно на минутку выйти. Хорошо, нет проблемы. Харри, подожди меня на улице. Если хотите, я подожду, пока придет судья. Не нужно, подожди меня на улице, Харри. Хорошо. С вашего позволения. Много вопросов, сеньор Кентано. Пожалуй, слишком много. А у тебя, похоже, нечего спрашивать. Кто знает,
Уверяю вас, когда закончится суд, я выйду на улицу свободной от обвинений и подозрений. Кто знает, сможете ли вы сделать то же самое? Девочка моя, я знала, тебе хватит мужества признаться. Ты знала, Ама, что Виктория моя мама? Да, дорогой. Но не мне надлежало сказать тебе о таком важном деле. Поэтому ты просила меня не ссориться с ней, а пойти и попросить прощения? Да. Это я должна просить у тебя прощения, дорогой, за то, что столько лет была вдали от тебя. Хотя не было дня, чтобы я не думала о тебе. Ама, я хочу, чтобы все узнали, что она моя мама. Тетя Тулия, дядя Маркус, Буэнавентура, Карола, Альберто. Все должны познакомиться с моей мамой в свое время. Сейчас нельзя. Почему? Дорогой, я же тебе сказала, что не сделала ничего плохого. Я невиновна. У тебя нет причин стыдиться меня. Но я должна доказать свою невиновность. Как ты докажешь? Мне помогает Элиас. Он сделает так, чтобы полиция больше тебя не искала? Да, дорогой. Если ты не совершила ничего плохого, значит, есть другой человек, который это сделал, верно? Да. Элиас поможет полиции поймать настоящего виновного? Конечно. Я знаю, Элиас очень хороший. И виновного поймают. А тем временем вы с папой поженитесь? Нет, дорогой, я не могу. Конечно, можешь. Папа тебя любит, он об этом сказал. Ты же знаешь. Убеди ее. Скажи, что она должна выйти замуж за моего папу. Альберто, нам придется подождать за дверью. Судья начнет с сеньора Кентаны. Элиас. Я хочу задать тебе несколько вопросов относительно вас, Даниэлы. Хочешь поговорить? Хочешь, чтобы я сказал, как обстоят дела? Ну что ж, очень хорошо, Кентана. Я полагаю, ты уже знаешь, что я давно люблю Даниэлу. Я всегда верил в ее невиновность. Мечтал о том, что она будет свободной. Я всегда верил ей. Да, конечно, я знаю. Знаю, что произошло между вами. Мне больно думать об этом. Но моя любовь к этой женщине настолько велика, что она преодолеет даже ревность. Даниэла обретет свободу, и мы начнем совместную жизнь. Ты должен это понять. Твоя ситуация несколько другая. Сегодня ты даешь показания, сегодня начинается твой судный день. Ты знаешь, тебе придется за все заплатить. Идет судья. Он выслушает ваши показания, сеньор Кентана. Я готов. Я знаю, что обвиняемые Даниэла Мартинес и Альберто Лосада работали на вас, верно, сеньор Кентана? Верно, Альберто Лосада был моим пилотом. А Даниэла Мартинес работала на одном из моих предприятий. Я знаю, что сеньор Лосада сделал все возможное, чтобы Даниэла Мартинес начала работать на этом предприятии. Да? Это так? Они знали друг друга. Вы не думаете, сеньор Кентано, что между сеньором Лосада и Даниэлой Мартинес была связь? Я твердо в это верил. А у вас есть доказательства? Нет. Тогда как можно твердо верить, сеньор Кентано? Я верил, но теперь уже не верю. Я не могу утверждать, что они были сообщниками. Я спрашиваю не об этом, сеньор Кентано.
Есть какое-то доказательство, что они были сообщниками, кроме того, что их застали в одной квартире, где они были жестоко избиты, что, конечно, не является доказательством. Они не были сообщниками? Сеньор Кинтана, вопросы задаю я, а вы, пожалуйста, ограничьтесь ответами на них. Хосе Игнасио попросил тебя выйти за него замуж? Только для того, чтобы причинить мне зло, мам. Но хуже всего, что он играет не только моими чувствами, но и чувствами Диего. Я не согласна. С чем? За это время у меня была возможность много раз поговорить с ним, и я смогла узнать его лучше. Мама, ради бога, не может быть, чтобы он обманул и тебя. Дай мне закончить, дочка. Я его ненавидела так же сильно, как и ты, если не сильнее. Но давай отодвинем это в сторону. Нет, хотя бы ненадолго. Не будь такой упрямой. Ты здесь, рядом с сыном. Ты можешь открыто ему сказать, кто ты. Он ничего не предпринял против тебя? Все это не заставляет тебя задуматься? Да, мама заставляет. Он замышляет что-то против меня, потому что он знает, что для меня хуже оставаться рядом с ним, чем вернуться в тюрьму. А если ты ошибаешься? Если Хосе Игнасио Кинтана действительно любит тебя? Альберто, пока все идет хорошо. Мне бы хотелось послушать показания Кинтана. Все, что он скажет, войдет в дело. Сколько времени он будет давать показания? Допрос идет уже давно, он может выйти в любой момент. Думаю, тебе лучше поехать домой. Я все тебе сообщу. Если я подожду здесь, то что-нибудь узнаю. Спокойно, я буду здесь, я обо всем тебе сообщу. Поезжай. Правда? Сообщишь? Конечно, Альберто. Разрешите, комиссар? А вот подтверждение. Что это? О чем вы просили? А, да, прости, я устал. Но еще бы, всю ночь работать. Значит, все правильно. Документы Виктории Герреро фальшивы. Нет никакой Виктории Герреро. Комиссар, есть кое-что еще. Что? Ребята также выяснили, кто добыл фальшивые документы на имя Виктории Герреро. Перла Гарсия. Хосе Игнасио влюблен в меня? О чем ты говоришь, мама? Что означает любовь для этого человека? Это означает, что он тебя не выдал, узнав, что ты Даниэла. Почему, по-твоему, он хочет жениться на тебе? Мама, я не могу поверить тому, что слышу. Мы говорим об одном и том же человеке? Мы говорим о Хосе Игнасио Кинтане, который на 8 лет упрятал меня в тюрьму, который обвинил меня в преступлении, которого я не совершала, который приказал избить Альберто и меня. Это чуть не стоило нам жизни. Мама, ты понимаешь, о чем ты говоришь? А если все это было заблуждением? Если его тоже кто-то использовал? Кто, мама? Не пытайся его защищать и не запутывай меня еще больше. Он отец Диего. Диего его любит. Мама, Хосе Игнасио сломал мне жизнь. Я не смогу его простить. Даниэла, мама, выслушай меня. Знаешь, где он сейчас? Знаешь, что он делает? Дает показания в суде. И я уверена, он дает их против меня и против Альберто. Потому что если бы у него была хоть крупица порядочности, он бы признал мою невиновность. А он не признает. Он способен смотреть мне в глаза и говорить, что я виновна.
Это произошло, когда нашли несколько дискет вашей фирмы в шкафчике Даниэлы на площадке. Бейсбольный. Да-да, верно. На этих дискетах была, скажем так, конфиденциальная информация. А где на вашей фирме хранились эти дискеты? В моем офисе? Это говорит о том, что только вы имели к ним доступ. Да. На этих дискетах была детальная информация о прибытии и отправлении судов, какой груз был на борту, а также расписание прихода и ухода. Там была вся информация. Были другие люди, имеющие доступ к этим дискетам, кроме вас? Да-да. Это конфиденциальная информация, но не чрезвычайно секретная. Значит, можно констатировать, что и другие люди имели доступ к этим дискетам. Так? Да-да. Хорошо. Спасибо, сеньор Кинтана. Пока это все. Сеньор судья, предыдущий суд доказал виновность Даниэлы Мартинес. Или я ошибаюсь? Сеньор Кинтана, я хочу, чтобы вы поняли один момент. Я рассматриваю это дело. Я спрашиваю и решаю. Остальное – тайна следствия. Вы свободны, сеньор Кинтана. Спасибо. Суд снова вас пригласит, если посчитает нужным. Как дела, Кинтана? Что ты хочешь? Я ждал тебя. Как мне сказали, комиссар, нет никакого сомнения. Перла Гарсия достала фальшивые документы Виктории Герреро. Перла Гарсия. Значит, она знала, всегда знала, что Виктория Герреро на самом деле Даниэла Мартинес. Что вы будете делать, комиссар? Даниэла Мартинес, я был уверен, что ты рядом. Алло. Алло? Да, Гутьеррес, я слушаю. Чудесно. Следите за ними. Не теряйте из виду и информируйте меня. Педроса, я введу его в курс. В случае чего звоните. Все пути расчищены, банда наркодельцов вот-вот получит товар. Будь начеку, ты знаешь, что должен делать. Да, конечно. Комиссар, что? Вы распорядитесь задержать Даниэлу Мартинес? Комиссар, вы хорошо себя чувствуете? Да, конечно. Хорошо. Ну так что, комиссар, приказать патрульным доставить Даниэлу Мартинес? Я только подтвердил позицию, на которой всегда стоял. Чистая ложь, Кинтана. Как и твое якобы неведение о деятельности твоего сыщика, Рауля Растрепо. О чем ты говоришь? Какое отношение имеет к этому делу Рауль Растрепо? Ради бога, перестань думать, что все кругом дураки. Перестань. Это твоя точка зрения, и она не имеет никакого значения. Почему? Потому что у меня нет столько денег, как у тебя, или потому что я не имею власти? Почему? Разумеется, не поэтому. Просто твоя позиция – это не более чем способ, кстати, бесполезный. Способ? Какой способ? Я же знаю, Ильяс, у тебя один интерес. Один. Получить Даниэлу. Ты прав. Но кроме этого, я хочу, чтобы восторжествовала справедливость. Правда будет установлена, и ты пойдешь ко дну. Послушайте, коллега, это выходит за рамки. Неважно, Кирога, я прекрасно знаю реакцию Ильяса. Это он теряет время. У него ничего не получится с Даниэлом. Ты в этом уверен, Кинтана? Это не так. Она знает, что со мной сможет стать счастливой. А что произошло с тобой? Ты сломал ей жизнь, причинил ей много зла, Кинтана. Кроме того, сейчас тебя не должно это волновать. Тебе придется провести много лет в тюрьме. Уверяю тебя. Тебе бы этого очень хотелось. По-другому у тебя ведь ничего не получится, верно?
Я поставил палатку и провел в ней ночь. Это справедливо? Разве нет ни одного закона, который бы меня защитил, Иисус? Там? Спроси у соседей, если не веришь. Чего хочет твоя мать? Распять меня или чтобы я вскрыл вены? Спроси у нее, спроси. Зачем? Ты знаешь, я ее не остановлю, и тем более сейчас, когда она вбила себе в голову, что ты влюблен в сеньору Амалию. Ты знаешь, что это бессмысленное вранье, Хисус. Ты знаешь, что это не вранье, ведь ты влюблен в сеньору Амалию и хочешь на ней жениться. Нет, влюблен только я, Хисус. У меня ничего с ней нет. Ты знаешь, я не проронил ни слова, а эта гиена следит за мной, заняла мою комнату. Это ужасно, несправедливо. Папа, нужно что-то придумать. А что, если тебе сказать, что ты болен, и что тебе нужно, чтобы она за тобой ухаживала? Я думаю, она тогда смягчится. И принимать гадость, которую она будет готовить. Кроме того, мне нужно ходить на работу. Нет, нет. Да, тебе нужно работать. Но я не собираюсь проводить еще одну ночь здесь, да еще какую ночь? Посмотри наверх внимательно. И что там? Буря с проливным дождем. Хорошо. Что можно придумать? Что? Я кое-что придумал. Логика говорит, если большое зло, нужны радикальные меры. И я приму радикальные меры. Мама, теперь ты тоже должна жить здесь, с мамой и со мной. Мне хорошо там, где я живу, Диего. Я привыкла к моему домику, и мне нигде не будет удобнее. Тогда каждый день приходи нас навещать. Или вы будете навещать меня. Да. Подумай хорошо, Даниэла. Думать не о чем, мама. Я хочу, чтобы все в колледже узнали об этом. Я пойду туда и расскажу друзьям. Ладно? Да, дорогой, конечно. Но чуть позже. Нет, завтра. Нет, дорогой, еще не время. Обязательно. И мы еще устроим праздник. Я знаю, папе понравится эта идея. Подумай о Диего. Что бы ты ни решила, думай только о нем. Ама, я поговорю с папой. Я знаю, он согласится. Но помни, ты должна прийти завтра и не забудь принести пончики. Пока. Подумай. Пока. Что с тобой, мама? Ты не хочешь устраивать праздник? Ты мой праздник. Мы вместе. Ты называешь меня мамой? Разве может быть лучший праздник? Милена. Привет. Почему такая гонка? Я уже уходил, но увидел тебя и подумал, что ты могла бы мне помочь. В чем? Мне нужна информация по одному делу. Что там с показаниями Кентаны? Ты сошел с ума? Я ничего не могу сказать. Но ты же секретарша судьи, ты все слышала. Ты представляешь, что будет, если об этом узнают? Я никому не скажу. Расскажи, как идут дела? Что ты видела, что слышала? Ты почти ничего не просишь. Спокойно, Элиас. До вынесения приговора осталось недолго. Хорошо, ну скажи хоть что-то, хоть самую малость. Единственное, что я могу сказать, что все идет хорошо. Больше ничего. Подожди. Хорошо для кого? Для тебя, глупец. Разве не ты спрашиваешь? Немедленно найдите мне Растрепо, София. Не может быть, чтобы он исчез. Конечно. Когда найдешь, скажи, чтобы он немедленно позвонил мне.
Сеньор, с тех пор, как мы вышли сюда, вы только и делаете, что звоните начальнику службы безопасности. В чем дело? Если Растрепа меня обманул, я убью его. В чем он вас обманул? Я сужу по вопросам, которые мне задал судья, по манере разговора Элиаса. Боже, как я мог быть таким слепым? В чем дело? Я начинаю понимать, что, возможно, Даниэла и невиновна. Что? Ты представляешь? Если Даниэла невиновна, ее ненависть ко мне оправдана. Вы действительно так считаете? До недавнего времени я в это не верил, но сейчас... Где этот проклятый Растрепа? Куда он запропастился? Ему будет лучше, если он сумеет все объяснить. Еще долго? Почти готово. У вас нет дубликата? Если бы он у меня был, я бы вас звала? Нет, конечно. Анна Вирхиния, осталось недолго. А если папа разозлится? Пусть злится, хватит глупостей. Мама. Дочка, все позади. Привет, красотка. Как ты? Скучала по мне, верно? Что ж, такова жизнь. Но однажды все изменится. Маркус, ты сошел с ума, Элиасар. Маркус, Панчо сказал, что ты здесь и хочешь поговорить со мной. Это безумие с твоей стороны, прийти сюда после того, что произошло. Я знаю, но меня никто не видел, только Панчо и вы. Мне нужно поговорить с вами. О чем? Вы должны знать, что произошло, какой скандал устроил отец Анны Вирхинии. Да-да, я знаю. Сеньор Арисменди был здесь. Скажи, какое отношение имею к этому я? Дело в том, что я больше не могу быть в разлуке с ней. Арисменди близко меня не подпускает. Я не хочу навредить ей. Ты уже навредил. Элиасар, пожалуйста, это правда. Что еще я могу сказать? Ты сам все знаешь. Я хочу сказать... Вы хорошо знаете, Арисменди. Что может случиться, если я забуду о его угрозах? И пойду к Анне Вирхинии домой. Как вы думаете? Наверное, ты в отчаянии, парень. Не то слово. Маркус, послушай меня. Сиди спокойно. Я еще никогда не видел сеньора Арисменди в таком состоянии. Он заводится из-за мелочи. Если сеньор Арисменди пришел в твой дом и устроил такой скандал, он способен на любое безрассудство. И это может быть опасным и для тебя, и для девочки. Но как отреагирует папа, когда увидит, что ты открыла дверь? Это меня не беспокоит. Хватит жестокости со стороны твоего отца. Он не может обращаться с людьми, как со своей собственностью. Действительно, это прямо средневековье какое-то. Я никогда не видела его таким, и клянусь, мне страшно. Анна Вирхиния, все пройдет. Думаю, будет лучше, если ты уйдешь в другое место. По крайней мере, пока все не успокоится дома. И оставить тебя одну с ним? Он мне ничего не сделает. Возможно, всплывут ужасные вещи, и я предпочитаю, чтобы тебя здесь не было. Твоя мама права. А куда я пойду? К Маркусу нельзя. Папа может прийти туда снова. И кто знает, что он сделает? Сеньора Маргарита, я не говорила с мамой, но Анна Вирхиния может пожить в моем доме. Нет, дочка, это лишнее беспокойство. Никакого беспокойства. Анна Вирхиния часто мне помогала, когда мы были вместе. Я с удовольствием помогу ей. Если твоя мама будет не против, хорошо. Но сделать это нужно как можно скорее. Когда вернется отец, тебя не должно быть здесь. Наконец-то я тебя нашла, Растрепа. Сеньор Кентано ищет тебя как сумасшедший. Зачем? Не знаю. Он давал показания в суде и после этого, не переставая, звонит тебе.
Он едет сюда? Не знаю, я позвоню, чтобы ты поговорил с ним. Нет, София, успокойся, я позвоню из своего офиса. Как хочешь, но только немедленно. У сеньора Кентаны ужасное настроение. Иду. Педроса. В последнее время чиновники из полиции постоянно наносят мне визиты вежливости. Сеньора Перла, к сожалению, это не визит вежливости. Нет? Какой же сюрприз ждет меня на этот раз? Я должен доставить вас в управление. Зачем? Нам стало известно, что вы причастны к изготовлению фальшивых документов для Даниэлы Мартинес. Я нарисую тебя рядом с папой, а сам я буду между вами. Да, дорогой. Я больше не буду рисовать людей без лиц. Правильно. Потому что я всегда буду с тобой. Что бы ни произошло, я всегда буду рядом. И у меня есть папа. Да, у тебя есть папа. И у тебя он тоже есть. Мама, папа тебя любит. А что если Хосе Игнасио Кентана действительно влюблен в тебя? Хосе Игнасио не может любить ни меня, ни кого-то другого. Как дела, сеньор? Хорошо. Спасибо. Вы что-то хотите, сеньор? Нет, ничего. Виктория дома? Она с Диего в его комнате. Они весь день провели вместе. Есть новости? Нет, сеньор. Спасибо. Сеньор, если я вам понадоблюсь, я на кухне. Хорошо. Здравствуйте, сеньор Кентана. Комиссар, что вас сюда привело? Я приехал за Даниэлой Мартинес. Я знаю, что она в этом доме. Llevo tu imagen en mis pensamientos, siento tu perfume que rodea mi cuerpo, llevo tus recuerdos todavía muy dentro.